Приветствую вас на канале Покоритель Бездорожья. Представляю российский грузовик КАМАЗ-43-118. Посмотрим, что мы можем на него установить. Максимальная мощность 340 лошадиных сил. Топливный бак 390 литров. Коробки передач посмотрим. Есть даже восьмиступенчатая. Ну, пожалуй, ее из интереса и поставим. Хотя в наличии у нас есть и вездеход. Подвеска в наличии активная. Установим шины 47 и 50 дюймов. Давайте зимнюю посмотрим резину. Вся с цепями. Ну и смотрим привычные нам рисунки. Но вот что-то более интересное появилось. Пожалуй, вот эту резину я поставлю. Далее смотрим лебедки. Есть электрическая лебедка. Дифференциал подключаемый и шноркели. Видите, есть оригинальный вот такой с боковым скосом. Пожалуй, поставлю. Изменяет внешний вид грузовика. Ну и посмотрим модули кузова. Ну, здесь как раз для перевозки коротких бревен кузов. Топливный бак на 3700 литров. Стандартный бортовой кузов. Кунг для ремонта, ну, в котором всего 400 литров топлива, но зато 6 колес и деталей для ремонта достаточно много, 2100. Здесь кузов для перевозки бревен среднего размера, мини-кран. И смотрите, какой оригинальный кузов, самосвал. Ну, кроме того, возвращаемся мы опять к различным вариантам для перевозки бревен. Естественно, стандартные наши кузова. Ну и также высокое и низкое седло. Давайте я поставлю кузов самосвала. Хотя можно, конечно, скомпоновать, если возить грузов достаточное количество, то есть поставить седло, поставить мини-кран и вполне готовый грузовик для перевозки уже большого количества груза. Но сейчас он мне интересен вот как раз в таком виде. Согласитесь, весьма оригинально смотрится. Давайте переместимся далее, посмотрим. Козырек поставим. И противотуманки. Ух, какие огромные. Я думаю, света должны давать очень много. Смотрим, передний бампер. Усилитель можно поставить. Ну и решетки радиатора. Конечно, КАМАЗ устанавливаем. Потому что Мустанг, извините, это в Америке. Диски всего лишь два на выбор. И переходим в окраску. Тут небольшое количество выбора. Причем окрашивается только кабина. Ну, в общем-то, тоже неплохо смотрится. Комбинированные цвета образуются. Но, пожалуй, я оставлю вот в таком цвете, привычный, оранжевых КАМАЗов очень много. Но разработчик, код 76RSK, написал, что подумает о добавлении новых цветов. Так что, возможно, разнообразие увеличится. Ну и вот он у нас, грузовик готов. Можем покинуть гараж. Да, привычная оранжевая окраска. Таких грузовиков очень много встречается на наших дорогах. Усилитель бампера хорошо
вписывается в его облик. Резина тоже весьма интересная. Заглянем в кузов. Ну, пока пусто. Но я думаю, что грузы мы точно так же можем перевозить и воспользоваться прицепным устройством. А есть в наличии у нас прицепы на 4 слота. То есть, в принципе, мы получаем тот же самый 6-слотовый полуприцеп. Но здесь вот в таком оригинальном варианте кузова самосвал. Давайте сядем внутрь. Зеркала хороший обзор дают. Ну, здесь привычно. КамАЗ, кстати, подобная модификация выпускался с 1995 года. Давайте заведем двигатель. Тахометр присутствует, обороты. Смотрите-ка, запрыгивает. 2700 оборотов максимальные. Проверим звуковой сигнал. Хороший. И посмотрим, как у нас тут с двигателем. Ну, не сказать, чтобы идеально. В начале темный дым, и дымок остается. Видите, поддымливает. Но я думаю, что на нашей работе это никак не скажется. Давайте перейдем в управление кузовом. Видите, мы можем поднять кузов. Причем задний борт у нас открыт, отклоняется под собственным весом. А если мы сюда что-то загрузим, то вполне под весом груза он откроется полностью. Но учитывая высоту заднего борта, я предположу, что скорее всего здесь можно перевозить бревна. Но вопрос, воспримет ли этот кузов в качестве груза бревна. Мы помним, что у нас в гараже есть специальные кузова для перевозки коротких и средних бревен. Давайте вернем кузов на место. И включим фары. Да, большие фары наверху. Но поскольку сейчас день, сложно оценить, насколько яркий этот свет. Но лишним он точно не будет. Включим полный привод. Ну и давайте прокатимся на нем. Подвеска активная установлена. И при необходимости можно раму приподнять. Смотрится, конечно, хорошо, как всегда, для КамАЗа. Давайте уйдем в сторону и проверим, как он себя ощущает. Вот, смотрите, как задний борт отбрасывает на откровенном бездорожье. Но шноркель у нас, можно сказать, под самую верхнюю кромку кабины. Да, на что-то мы там... Или просто дно такое илистое, что он еле движется. Ну и въехал он, смотрите. В кузове, интересно, вода есть.
Пока нет, но пытается просочиться. Ну да, здесь такой участок топкий. Нужно ему за что-то зацепиться. Вот что-то там уже пошло. Цепляется передним мостом. Нормально, все, вылез. Ну, кроме того, я еще и дифференциал не включал. Так, плюхнемся сюда. Смотрится с этим кузовом весьма, конечно, интересно. Непривычно для нас. Привыкли мы грузовики использовать. А здесь самосвал. Ну, как я сказал, вполне можно использовать и с таким кузовом. Интересно будет смотреться в работе. Правда, придется прихватывать с собой прицеп. Все равно оригинально. На лобовом стекле обратите внимание надпись «Дорога – жизнь». Ну, видите, опять сидит потихонечку, но продвигается. Осталось немножко до берега. Может быть, попробовать использовать лебедку? Есть там за что захватить-то? Ну-ка, посмотрим. Ну вот, деревце есть впереди. Давайте ускорим. КамАЗ, он вообще достаточно подвижный грузовик, ему не очень-то нравится ползти по такой глубокой грязи, как черепахи. А вот здесь его стихия. И бездорожье, но можно позволить себе уже и слегка погонять. Да, здесь болото достаточно топкое. Видите, какие грунты. Ну, давай еще разочек, что ли. Чуть-чуть поможем. А то тебе неинтересно там сидеть в грязи и месить ее. Понятно, что ты создан для скоростных забегов. По берегу, видите, как весело носится. Ой, ничего себе виражи закладывает. Давай на этот островок заедем. Кстати, послушайте работу двигателя на холостых. Приятный звук. Сочный такой. Ну вот такой КамАЗ-43-118 от разработчика КОД-76-RSK. Оценивайте, испытывайте, используйте. Возможно, вам тоже будет интересно использовать его именно с кузовом самосвал. Вы были на канале «Покоритель бездорожья».
Я Алексей. Поддержите видео лайком. До новых встреч!